Накануне в IT-парке имени Башира Рамеева стартовал 20-й Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. В этом году форум посвящен вопросам защиты прав детей в сфере здравоохранения. Чтобы досконально изучить вопрос, участники не просто обсудили актуальные проблемы с представителями Министерства здравоохранения, но и посетили медицинские учреждения столицы Татарстана. Помимо этого, они также смогли посетить уникальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». Именно здесь генерируются лучшие в стране практики по работе с особенными детьми. Сейчас основная задача рабочей группы «Ментальное здоровье» – собрать лучшие доказательные практики в части ментального здоровья, составить реестр, проанализировать для масштабирования в регионах Российской Федерации. Мы сегодня говорим о детях-инвалидах, о детях с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, которые, ну вот если казенным языком сказать, нуждаются в особой заботе государства. Так вот сегодня государство собралось на одной площадке. Спасибо замечательному городу Казань, которая смогла вот это сделать, потому что сегодня здесь и Министерство здравоохранения, здесь и Министерство образования, и другие ведомства. В ходе экскурсии участники съезда узнали о методиках работы детского сада, а также смогли поближе познакомиться со специальными зонами для занятий и отдыха. На данный момент в детском саду проходит обучение 50 воспитанников с расстройствами аутистического спектра и 70 детей проходит семей в центре сопровождения семьи. Уникальность проекта заключается в возможности консолидации усилий профильных исследований Казанского федерального университета и специалистов детского сада. Важнейшей задачей съезда является обмен опытом и лучшими практиками между коллегами из разных регионов России. Сегодня, в последний день форума, участники смогли обсудить вопросы оказания помощи онкобольным детям, а также охрану здоровья несовершеннолетних. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.